Дорогие друзья, в этом году наш грандиозный фестиваль науки пройдет в 80 регионах России. Но мне особо приятно, что начиналось все в Москве, и наша столица по праву сохраняет за собой статус главной площадки фестиваля. Москва – это регион с самой высокой концентрацией умных, талантливых, амбициозных и креативных людей с колоссальными планами, бесконечными идеями и большими надеждами. И правительство Москвы делает все возможное, чтобы эти люди могли здесь расправить крылья и воплотить в реальность самые смелые задумки. Москва – главный научный центр и однозначно лидер инноваций в России. И мы работаем над тем, чтобы оправдывать этот статус и приумножать научные достижения. Мы стремимся создать в сфере инноваций целостную инфраструктуру и полный жизненный цикл от вовлечения в науку детей раннего возраста до внедрения инновационных идей в производство, бизнес, экономику. Для самых маленьких москвичей мы строим детские технопарки. Там они знакомятся с научной средой, проявляют к ней первый интерес, начинают в ней ориентироваться, учатся самостоятельно мыслить. Следующий этап – Центр молодежного инновационного творчества. Это самая настоящая кузница гениев науки, ученых будущего, изобретателей. Сегодня мы имеем 46 таких центров. Для молодых ученых правительством Москвы предусмотрены премии, гранты, которые присуждаются на конкурсной основе. А для инновационных компаний разработана целая система поддержки. И это финансовые меры и льготный доступ к необходимой инфраструктуре в технопарках, технополисах и облегченный доступ к венчурному финансированию, а также субсидии на получение международных сертификатов. Должен отметить, что в лице фестиваля науки мы получили мощного помощника в нашей работе. Это необходимая площадка для укрепления связи науки и производства, науки и бизнеса. А главное – ежегодная, масштабная, разнообразная, неизменно увлекательная и захватывающая программа. В этом году фестиваль науки заявил сложную, но чрезвычайно интересную тему – Big Data. Большие данные. Какие гены отвечают за долголетие? На каких планетах следует искать жизнь? Как покупатели выбирают товар? Информация в СМИ, наши переводы в банках, камеры на дорогах и социальных сетях – все это большие данные. Мы сталкиваемся с ними ежесекундно. Мы надеемся, что каждый посетитель фестиваля получит ответ на интересующий его вопрос. Число участников и гостей растет из года в год. А это значит, что наука становится популярнее. Увеличивается число молодых ребят, вовлеченных в инновационную деятельность. Это колоссальное достижение, переоценить которое невозможно. Это залог того, что в скором времени наука войдет в моду среди молодого поколения и профессия инженера будет престижной. А среди кумиров наших детей мы услышим имена ученых. И мы всегда вам во всем поможем.